Смертельный забег. Щекотка и царапка желают успехов нашим спортсменам на Олимпиаде 84. Hey, kids. Привет, ребята! Вот-вот наступит лето, и официальным сэндвичем Олимпиады 84 признан Красти Бургер! Красти смешной! Это часть олимпийской лотереи Красти Бургер! Соскребите название олимпийского вида спорта на вашей карточке. Если Америка выиграет золотую медаль, вы получите бесплатный Красти Бургер. Стоп, снято. Я чуть не проглотил его. Мне придется жевать его целыми неделями. Какой ужас. Отличная работа. Ну, молчи ты. Во сколько мне станут эти бесплатные бургеры? Не бойтесь, в карточках только те виды спорта, где выигрывают коммунисты. Хорошо, ладно, я согласен. Сообщение Большуйка. Бойкот советами? Усушание от конкурентов? Как это влияет на нашу лотерею? Так, вы лично потеряете 44 миллиона. 23-я Олимпиада вместе с Красти Бургером. Ты просто свиньи! Я лично плюну в каждый 50-й бургер. Хорошие шансы. Сейчас мы увидим мужественного корейского гимнаста Ким Цу, который так удачно спрыгнул, что сломал себе ногу. Допрыгался. А теперь боксерский поединок. Боже, прошу, пожалуйста. Американец Дедрик Татум с триумфом одерживает верх над распростертым свитом. Это напоминает легендарные победы Александра Македонского в восточных походах. США! 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 Карл